Друзья, добрый день. Меня зовут Дарья Кузнецова. Я директор отдела красоты журнала «Татлер». И сегодня стук моего сердца заглушит мой голос. Потому что передо мной новый бьюти-бокс, в котором есть все для девушки с обложки «Татлер». Начинаем с масок. У нас их целых 5. Чтобы учесть все капризы кожи, которых в межсезонье хоть отбавляй. Вот, например, когда категорически не хватает коллагена, есть одна из любимых моих масок от Linda Crystal. Это такая настоящая коллагеновая вуаль, которая наносится и на лицо, и на шею, и на декольте. Когда не хватает кислорода, есть маска от Filorga. Вот это чудо превратится в мусс, который как раз-таки напитает кожу кислородом. А это хайлайтер от Ольги Романовой, визажиста прекрасного, которая, например, работает с Кэти Топури и другими девушками с красивыми голосами. У него очень элегантный золотистый оттенок, не вызывающий, даже подойдет даже таким скромницам, как я. Для губ у нас оттенки довольно скромные, но натуральный макияж – это то, за что всегда ратует наш фэшн-отдел. Поэтому я решила пойти им навстречу и подобрала вот такой натуральный оттенок блеска в уровне Персье, который покрывает губы глянцем. Ну, а когда хочется оттенок поплотнее, есть помада Dolce & Gabbana The Only One. Это одна из моих любимых кремовых помад. Оттенок называется Sweet Honey, сам за себя говорит. Бриджит Бардо, о таком бы просто мечтала, мне кажется. И прелесть этой помады еще заключается в том, что она отлично ухаживает за губами, потому что в ней есть и оливковое масло, и экстракт инжира, в общем, Viva Italia. Кокосовое масло от Sunbart передает нам привет с Карибов, если вы помните еще, где это находится. Оно фантастически пахнет пиноколадой, просто невероятно приятное на ощупь. И прелесть его заключается не только в том, что оно делает глянцевой кожу тела, но и в том, что его можно наносить на волосы. И я вот очень рекомендую не пожалеть наволочку, хорошенько нанести его на кончики волос прямо перед сном. И с утра ваши волосы будут похожими на шелк. Я обожаю, когда средства для волос пахнут духами. Не так давно Айрес Розен, это создатель марки Зеленский Розен, сделал для меня духи. И я была бы просто счастлива, если бы моя маска для волос тоже пахла духами. Но пока такого чуда не случилось, есть маска с другим ароматом. Зеленский Розен – это аромат розмарина, лимона и нероли. В общем, через 5 минут ваши волосы будут пахнуть райским садом. И будут прекрасно увлажнены и напитаны. Но в этом шампуне мы абсолютно уверены, потому что с ним мы спокойны за дисциплину волос. Он устраняет пушистость, он делает гладкими их, ровными и прекрасно увлажняет. Arbe Shampoo for Moisture Control. Бестселлер от Oxytan, крем из моей любимой миндальной линии. Крем для тела, который содержит экстракт непосредственно миндаля. Напоминаю, что наши бьюти-боксы мы стараемся собирать так, чтобы все содержимое подходило для любого типа кожи, для любого возраста, любого времени года и любого климата. Крем для лица от Elemis Pro Collagen, он завоевал уже 50 бьюти-наград. От нас сейчас ему 51-я. А если впереди, ну не съемка, а что-то еще тоже очень важное, начните за 2 недели его использовать. Кожа станет очень гладкой, ровной, увлажненной. Очень питательным бальзамом для губ от Grown Alchemist есть масло ши, масло жижупа, масло сладкого миндаля, но пахнет он при этом арбузом. И может наноситься не только на чистые губы, но и прямо поверх помады, чтобы создать вот такой блестящий эффект. И для такого блер-эффекта, который мы с вами очень любим в инстамасках, есть 2 продукта. От Эпорин в один в виде стика, который очень удобно использовать на тех участках, где расширены поры или есть какие-то неровности. А второй в виде крема. И, конечно, для подготовки кожи ко всему этому роскошеству мы положили тоник. Этот прекрасный тоник от Grown Alchemist, он содержит розу, женьшень, ромашку. И уже на стадии подготовки начинает разглаживать, увлажнять кожу.
И вечером, когда все кадры сняты, зефир съеден, шампанское выпито, приходит момент снимать макияж. Для этого у нас есть мицеллярная вода Флоранс, которая содержит массу растительных ингредиентов, в том числе те, которые Марко выращивает в Альпах. Снимает макияж и с кожи лица, и с кожи вокруг глаз. И важно, что подходит любому типу кожи, в том числе очень чувствительной. BB-крем от Herborian, бестселлер. 7 целебных трав и при этом гипоаллергенная формула. Такие чудеса. Ну и чтобы сложить это все великолепно, мы приготовили для вас вот такой прекрасный шопер от Grown Alchemist. Дорогие друзья, вы для нас важны так же, как все наши девушки с обложки, даже самые недосягаемые. И поэтому мы положили для вас те продукты, которые сами доверяем, которыми пользуемся, и очень хотели бы, чтобы вы разделили с нами эту радость. Приобрести наш прекрасный бьюти-бокс можно на сайте tatler.ru. Я с вами прощаюсь. С вами была Дарья Кузнецова, директор отдела красоты журнала Tatler.